есть функция дебилей, а есть модель без функции дебилей. И как бы дистанции нет, но я не это у нас сифонный унитаз, закрытая чаша наполнена водой, вы нажимаете на звук, происходит засасывание в канализацию. Как в самолете, только нету свисты. Ну, это американский звук воды, то есть чаша открывается, вам же не так надо. И такое... Вода там постоянно. Да. Ты клюкаешь? Да, но опять же, это клетка есть плохо. Ну, потому что если бы скорее я не бери ничего, но не безопасно. Вот, здесь есть получается. Дезодорация, пульсация, очистка форсунок. Дезодорация, это у нас... Это с внутренней чаши забирается в воздух и прогоняется через угольный фильтр. Соответственно... Запаха нет. Соответственно, пульсация. Пульсация, это уже непосредственно функция работа функции форсунки, которая отвечает за режим ПД. Тем самым форсуночка вперед-назад ездит, лучше очищает. Ну, очистка это да. До использования и после использования форсуночка всегда у нас омывается водой, тем самым она всегда остается чистой. А куда вода здесь подключается? Не увидел там. С задней стороны под крышкой есть фитинг и, соответственно, уже туда подключение холодной воды происходит. И, собственно, от крышки уже идет распределение подачи воды на форсуночке либо на смыв. То есть такой же унитаз есть с функцией бидона, да? Просто да, это вот как раз у нас функция бидона, да, вот от него входит. Собственно, общий обмыв, женский обмыв, клизменный, это более интенсивный режим обмыва, также по медицинским показаниям некоторым предназначен. Сушка теплым воздухом, а дальше регулировка положения форсунок, давление воды, температура сидения, температура воды, температура сушки, ночная подсветка, режим экономии энергии и автосмыв. Yeah.